Еще одно первое домашнее цветение в моей коллекции – это замечательный фаленопсис, всем известный попугая. Вот такой красавчик тоже на 4 цветка. Вот такой замечательный на 4 цветка. Попугая. Вот в моей коллекции с 6 марта 2018 года. Ну вот, представьте себе, и это его первое домашнее цветение. Вот такой красавчик. Замечательный фаленопсис попугая. Рассказывать о нем, наверное, нечего, потому что все его знают, у всех он есть. Во всяком случае, у большинства. Немножко, конечно, уже чуть-чуть высветлились цветочки. И, конечно, они будут еще бледнеть. Все знают, что попугая вылинивает на протяжении взросления самих цветков. Уже он не такой яркий, как был. Хотя первый цветок еще сохраняет немножко свою яркость. Яркий, красивый малыш. Пока еще малыш, хотя с 2018 года, ну, в этом году, даже я бы сказала, вот как только они отцветут, или, может быть, даже просто перевалкой, я их всех перевалю в другие горшочки, потому что все-таки переместила я их на свою полочку новую, на досветку, и поэтому, естественно, они все у меня и зацветоносили. Вот такая красота. Увидимся с вами еще. Пока-пока.